В Армавирском театре драмы и комедии 25 марта чествовали работников культуры. В этот день свой профессиональный праздник отмечают представители творческих специальностей, сотрудники библиотек, музеев, дворцов культуры и сельских клубов. Из-за произошедшей накануне трагедии в Крокус-Сити-Холле торжество было скромным, без выступлений и капустников. Есть люди, которые лечат других людей физически, а вы лечите других людей эмоционально и духовно, потому что культура – это духовное здоровье населения. И я, знаете как, каждый год мы вас отмечаем, поздравляем, сегодня немножко задержались. Я уверен, что каждый из вас получил заслуженные награды, но каждый из вас, он действительно заслуживает отдельных слов благодарности и отдельно того, чтобы армавирцы благодарили каждого из вас за ту работу, которую вы делаете. В фойе театра собрались лучшие представители культурной сферы Армавира. Они получили почетные грамоты от главы города и благодарности за свой нелегкий труд. За те годы, которые вы работаете, особенно в последнее время, город стал не только промышленным сердцем Кубани, губернатор сказал, и России. Он стал не только транспортной такой историей, когда мы и входные ворота в Северный Кавказ, и потом с Кавказа тоже Кубань встречает гостей. Но самое главное, что Армавир – это культурная столица нашей зоны. В этот день в адрес тружеников культурной сферы прозвучало много добрых слов. Их благодарили за преданность избранному делу, высокий профессионализм, вклад в сохранение и приумножение культурного наследия Кубани. Мы с вами стоим на охране культуры нашей страны. Именно от нас зависит, как будет воспитываться подрастающее поколение, каким будут наши дети, наши внуки, правнуки, жители нашего города, жители нашей страны. И, конечно же, сегодня нужно помнить о тех, кто погиб, но не унывать и двигаться вперед. Только тогда мы сможем сказать, что мы действительно, мы такие есть, мы самая сильная держава. Мы не раз это проходили и в этот раз тоже выставим. Также на торжестве отметили, что в 2024 году Армавир ждут значительные сдвиги в культурной жизни. В городе появится вторая модельная библиотека, будут отремонтированы еще несколько сельских клубов. Планируется много различных мероприятий в рамках нацпроекта «Культура». Марина Локтева, Александр Герасименко, служба информации телерадиокомпании «Вита Армавир».